Евгений Захарченко в IT-сфере трудится 12 лет. Говорит, работа с удобным графиком, а самое главное, никогда не приходится скучать. Перед ним всегда стоят интересные задачи. Пару лет назад Евгений взял квартиру в ипотеку. Спустя год часть кредита удалось погасить благодаря региональной поддержке. Конечно, помогло семье. Тем более в первые годы, когда высокий процент по ипотеке, то там довольно-таки хорошая компенсация получается. Стабильность. Интересная работа. Одна из мер мотивации для IT-специалистов в Самарской области – программа предоставления компенсации расходов в размере 50% от уплаченных процентов по ипотечному кредиту. Она реализуется в регионе с пандемийного 2020 года. Денежная выплата предоставляется ежегодно в течение 3 лет. Договор ипотечного кредитования должен быть заключен не ранее 1 января 2019 года. Воспользоваться поддержкой могут специалисты в возрасте до 35 лет со стажем работы в Самарской IT-компании не менее полугода. Для получения выплаты специалист должен предоставить пакет документов Самарской областной фонд жилья и ипотеки. Программа позволяет оставаться нашим сотрудникам на территории Самарской области и не покидать наш регион. Это самая главная функция на самом деле. Да? Они чувствуют заботу, внимание со стороны региональных властей в первую очередь. Половину банковской ставки, уплаченной по ипотечному кредиту, выплачивает работодатель сотрудник, половину субсидирует за счет бюджета правительства Самарской области. Это в первую очередь был и является инструментом мотивации для самарской IT-компании, которая позволит им удерживать специалистов. В начале марта президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах поддержки работников IT-отрасли. Одна из них – снижение процентной ставки по ипотеке до 5% в год. Основная цель этих мер – создание благоприятных условий для перспективных работников сферы информационных технологий. Меры реализуются в рамках региональной программы «Кадры для цифровой экономики» нацпроекта «Цифровая экономика». Мария Левина, Николай Епифанов. События.